Вот такой гостевой дом. Прекрасная трапезная. С камином, с аккордеоном. С таким буфетом старинным. Ой. А здесь коллекция керамики, кукол. А вон за кедром, не видишь, вот он стоит, за кедром. Так. Запахло плом. Очень вкусные закуски. Я буду. Чем? Давайте, я расскажу. Конечно. Алексей, да. Тебе можно? Конечно. Не, ну он выпрет сейчас. Может, так его куда? Может, так и практикуем. В точку. Я утром, знаешь, как начинаю? Может, так и практикуем. И пахнет первая копейка весной икры. Сколько по времени? Месяц, два? Что? О, не, годы. Японские виски. И смысл заключается в чем? Вот этой, ты заметил? Я и пылесосу. Все остальное делают другие. Там... Вот из семьи есть самое, чтобы был диапазон. Она хочет детям показать. Ой. Помнишь это? Они там грузятся. Бойчик, когда у Шиф первый раз увидел это все. Как в церкви. Как в церкви. Не как в церкви, а как в дворце. Интерьер. Как в дворце, ну да. Картины. Дома. Дома такие же, да, такая же прелесть. А там еще комната на втором этаже, да? Да, там уже старший спальник. И вот никто про эту красоту не знает. В доме есть музыкальный уголок и такие старинные буфеты, наполненные посудой прекрасной, с деревянной резьбой, такие стулья массивные. А вот это стол, резной стол. Это миллионер Эрик. Как это самое? Резьба вся в стекле. Ну, наш. Ой.